лучше. Только нам тихо надо. Дашка очень чутко спит. Да я как мышка. А можно я не буду снимать? Они очень цокают. Цокают? Я что, лошадь? Ш-ш-ш. Туда. В твоей квартире есть темная комната? Потому что сегодня ты будешь краснеть и краснеть. Джерри, мы в реальной опасности. Уровень угрозы 9,5. Пора действовать. Операция. План. Перехват. Понимаю, что не могу заменить тебе маму, но я и так много тебе прощаю. По-хорошему, вместо поездки тебя бы нужно было бы запереть в чулане вместе с твоей крысой. Он не крыса, он Джерри. Посидели бы 2 дня в темноте за такое поведение. Мне, между прочим, с Ириной еще работать. Она мой генеральный директор. Ты хоть знаешь, кто такой генеральный директор? Ты понимаешь, какая на ней ответственность? А что, если она завтра уйдет после того, что ты вчера ее устроила? Не дождешься. Что, ты мне еще грубить будешь? Нет, я вон про что. Здравствуйте, Наталья Александровна. Вот, Комаровы пришли. Ну что, настроение боевое? Да боевее некуда. Вы там присмотрите за ней, пожалуйста, Наталья Александровна. Она первый раз без меня куда-то едет. Да не волнуйтесь, Сергей Сергеевич, все будет хорошо. И построже с ней. Поняла? Построже с тобой. Сереж, Дашенька. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина. Наталья Александровна. А вы водитель автобуса? К
какой водитель? Наталья Александровна наша учительница по балету. А, так это вы критиковали Сергея за его фигуру. Дашенька, ну мы тебе желаем хорошего выступления и победы. Да? Ну все, нам пора. Да. Пока, папуль. Да, давай. Пока. Веди себя хорошо. До свидания. Пошли. До свидания. Ну, все в сборе. Да. Ирина, мне очень жаль, что вчера так произошло. Давайте не будем про это. Забыли, проехали. Нас ждет работа. Девочки, мои дорогие, я вас хочу настроить на успех. Потому что участие в этом конкурсе – это уже победа. Правильно? Да! Так. И самое главное – танцуйте и, несмотря ни на что, не останавливайтесь. Договорились? Да! Ну? Раз, два, три! Пируэт крути! Иди сюда, мой хороший. Поздравляем победителя! Этот приз мы вручаем танцевальному коллективу «Пируэт». Ура! Мы посовещались и решили дать приз за поразительное самообладание. Итак, специальный приз жюри получает ученица школы «Пируэт» Даша Комарова. Поздравляем. Вы кто? А вы кто? Эду! Привет. Угу. Я думал, ты на все выходные уехала. У-у. Видишь, как получилось. Раньше вернулась. Но это хорошо. С Николаем вот познакомилась. Сама ты Николай. Извините. Наташ. Ну это же так. Маленькая слабость. Но ты-то должна понимать.
Я мужчина в самом рассвете сил. Что именно я должна понимать? Что тебе разнообразие захотелось, да? Поэтому ты притащил эту девку в нашу постель? Как тебе это вообще могло в голову прийти? Только не надо на меня все валить. Ты, когда я на тебе женился, вообще 45 килограмм было. При чем тут вес? Я жена твоя, Миша. В том-то и дело. А знаешь что? А давай-ка ты убирайся вот за этой макакой. Наташ. Давай быстренько убирайся. Я тебя видеть больше просто не хочу. Ты успокойся. Нет, я спокойна, я просто тебя видеть физически больше не могу. Ты мне противен, понимаешь? Ты мне физически противен! Ой. Противен, значит. Хорошо. Подруга, жизнь продолжается всем назло. Меня вон тоже бросили. Опять? Ой, прости. Так. Все. Мы не плачем. Пусть плачут те, кто нас не оценил. Все, Наташа, давай искать во всем позитив. Вот подумай только, через неделю ты вообще будешь радоваться, что ты избавился от этого балласа. Угу. Слушай, а может вообще соблазнить этого твоего Плюшкина? Чего ты надеешь, платье красивое, с глубоким декольте? И к нему так, а-ла-ла-ла. Именно так. Ла-ла-ла-ла. Не хотите ли пройти со мной на ЭКО? Мне срочно ребенок нужен.
хватит киснуть. Будем вправлять тебе мозги. Ничего не получится. Я неудачница. У меня теперь нет ни мужа и не может быть ребенка. Во-первых, у тебя нет мужа, потому что ты его выгнала. Во-вторых, правильно сделала. Представь себе ситуацию, что когда-то давным-давно появился маленький милый хомячок, пушистый. Хомячок вырос и превратился в большого зубастого крокодила. И этот крокодил, заметь, хочет оттяпать тебе ногу. Твои действия? Ты хочешь, чтобы он остался в твоем доме? Или будешь винить себя за то, что ты не можешь превратить этого крокодила в этого маленького, миленького хомячка? Да какой Миша хомячок? Да, Миша не хомячок. Миша – козел. Ну, мы с этим разберемся. В смысле? В смысле, ты эмоционально привязана к Мише, а мы будем тебя отвязывать. Мне девчонки на работе рассказали. Вот это вот проверенный способ. Значит так, вспоминай, какие у Миши недостатки. Он врет. Вранье. Дальше. Ну, он не хочет работать. Он тунеядец. Это все работает против него. Давай дальше. Не знаю. Ты что, с ума сошла? Ну, давай, думай. Он в носу ковыряется. Ну, что, козявочник? Ну, этого мало. Давай, вспоминай, будоражь фантазию. Ну, Миша, держись. Угу. В ресторане мне заказывает самое дешевое блюдо. Жмот. Угу. Называет меня плюшкой. Слушай, на себя посмотрел. Уничтожил Иннокентия. Кого? Мамин любимый кактус. О, он вообще вандал. Да. Вот. Глазик. Ну что, узнаешь? Это твой козел. Нравится? Mm-mm. Ага. А это твой муж. Он сделан из вранья, лени, ну и козявок. Он скользкий, мерзкий тип. Он убийца Иннокентия. Что ты с ним хочешь сделать? Не знаю. Не знаю, у меня есть верный способ. Лечебная иглоукалывание. Все, сделай это. Кали без жалости и сожаления. Повторяй за мной. Ты мне не нужен. Ты мне не нужен. Перестань губить мою молодую цветущую жизнь. Перестань губить мою молодую цветущую жизнь. Не знаю, что без тебя мне будет лучше. Без тебя мне будет лучше. Вот, пошел вон из моей жизни. Пошел вон из моей жизни. Козел. Козел. Человек-паук? Симпатичный. Такой отважный мужчина, просто скалолаз. Честно говоря, я вообще не представляю, я на такой высоте я бы умерла от страху. Да что там, второй этаж только. Второй этаж, это же... Так, и вот. Спасибо, Оль. Я чайку попью только. Ой, ну какой чаек, ну... Чаёк, скажите тоже. У меня вот... Сейчас курочку по-королевски приготовлю. У меня обеденный перерыв заканчивается. Вот.
Спасибо за хлеб, за соль. Мы больше не увидимся. Я у вас тут еще долго красить буду. Милый, я в салон собираюсь. Ну зачем тебе в салон? Ты у меня такая красавица, тебе салон не нужен. Красота требует жертв, мой медвежонок. Дай мне, пожалуйста, денег. Сколько? Когда мы с тобой начали встречаться, ты такие вопросы не задавал. Ты мне горы золотые обещал. Будут золотые горы. Чуть попозже. Но мне в салон надо сейчас. Вот. Спасибо. Если добавить еще сотку, можно как раз голову помыть. Подожди, тебе голову мыть? Ну и дом можно сделать. Мыть голову в салоне. Это же вообще бред какой-то. Ну, это ж транжирство какое-то. Сурен Акопович, пожалуйста, послушайте меня. Нет! Это ты меня послушай. Последнее время ты работаешь отвратительно. У тебя везде танцы, послушай. На работе танцы, после работы у тебя танцы, вместо работы у тебя танцы. Нужна мне такой работник? Нет, не нужна мне такой работник. Поэтому я тебя увольняю. Как? Сурен Акопович, ну как же вы меня увольняете? Я вас очень прошу, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. У меня просто сейчас очень тяжелое положение. Я вас очень прошу, не увольняйте меня, пожалуйста. Я вам обещаю, я не буду больше танцевать. Сурен Акопович, миленький, ну пожалуйста, я вас... Я все сказал. Иди танцуй в другом магазине. Все. Алло. Алло. Белочка. Да, дорогой. Я ее уволил. Сурово и безжалостно. Так, как и договаривались. Молодец. Приятного чаепития. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы здесь? А я здесь. Работаю. А, понятно. Точно. Крендель — это вы. А, крендель — это то, что вам сейчас чаю не хватает. Спасибо, но я сладкого не ем. Но это совершенно неправильно. Чай вы дома можете выпить. Мне домой как-то не хочется идти. Тогда приглашаю вас на прогулку. А как же? У меня прекрасный коллектив. 2 часа без меня не продержится. Спасибо, Артем.
Я вся перепачкалась, да? Перепачкалась. Растрепалась, раскраснелась и развеселилась. Ничего не делайте, не надо. Так лучше? Да. А на что вы еще готовы? Ради компании? А? Слабо? Ну, если вы мою дочь научили побеждать в соревнованиях, может быть, и меня чему-нибудь научите? Встаньте ровно. Макушка вверх. И демиплие приседания. Рука. И раз, два, три. Раз. Ой, аккуратно, что вы делаете? Это же небезопасно. Вы закройте глаза и не думайте о высоте. Пойдемте. Я так давно не гулял по Москве. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Я давно не ела таких вкусных пирожных. А что, если нам завтра, после занятий, сходить куда-нибудь вместе? Дашку отвезем и… Завтра? Я не знаю. Ну, чего вы не знаете? У вас уже как-то занят вечер в субботу? Нет, у меня вечер свободен, но… Ну, тогда решено. Я за вами заеду. Хорошо. Доброй ночи. Доброй. Ой, извините. До свидания. До субботы. Приятного аппетита, милый. А это что? Это твой завтрак. Ты правда думаешь, что я вот этим вот наемся? Мишенька, я экономлю, как ты велел. Предлагаю тебе поумерить свои аппетиты и не транжирить на еду. Жил. И еще. Парикмахерскую тоже больше не ходи. Я прекрасно умею брить налысо. На транспорте тоже можем сэкономить. Москва не такая уж и большая. Ну, хватит, Анжел. И в химчистку тоже вещи не будем сдавать. Они прекрасно стираются в машинке. Подожди, ты что, серьезно? Мою куртку в стиралку запихнула? Да я уже вытащила. Ты с ума сошла? Мишенька, я просто пытаюсь тебе показать, что не в деньгах счастье. Не думал, что ты такая. Стерва. Вечером поговорим. Нет, Миша, не поговорим.
Машина моя. И квартира тоже. Джилл. Экономь без меня. Чао. Ну все, мы закончили. Очень непривычно как-то, а не очень пышно. Просто знаете, Соня, я люблю вот более аккуратно. Ну, если хотите, я могу подколоть вот так, например. Да. Как говорила Коко Шанель, если женщина решила изменить прическу, значит, она хочет изменить свою жизнь. Мне кажется, тут замешан мужчина. Да нет у меня никакого мужчины. Да? Захотелось образ поменять. Просто стилист – это как психолог. Все мои клиентки мне смело рассказывают о своих романах. Потому что знают, что я никому никогда ни слова. Могила. Да у меня нет никакого романа. Я, наоборот, вот недавно с мужем рассталась. Да вы что? Нет. Ну что этим мужикам надо вообще? Непонятно. У меня клиентка. Так вот, от нее ушел муж к патологоанатому. К мужчине, что ли? К женщине. А она известная актриса. Красотка! Таких поискать. Вы представляете, как ей обидно? Представляю. А этот муж, когда уходил, так он... Только это секрет. Нет, вы представляете? Да. Я все подписал. Держите. Я подписал. Вы куда? У нас же встреча. Какая? С Вавиловым. По поводу нового помещения для ресторана. Он принес на сегодня то, что уезжает. Черт возьми, как же я забыл-то, а? Что же делать? Вы можете эту встречу перенести? Если на следующий год. Он редко бывает в Москве. А в чем, собственно, проблема? Не надо. Дашу собрать. А с няней что? Она сегодня не может. Сергей, знаете что? Я съезжу за Дашей, я особенно на встрече не нужна. А вы пока на переговорах? Нет, нет, нет. У меня кроме этого еще там Борис Владимирович. Приветствую, Сергей Сергеевич. Здрасте. Здравствуйте. Девочки, уже через неделю у нас сольный конкурс. В этом конкурсе каждый будет танцевать по вариации. Поэтому помните, пожалуйста, что я вам говорю про руки, да? Про шею, про кисти, про вашу осанку. Потому что судьи будут оценивать не только технику, но и ваш артистизм. Тянись, 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 тянись. Так. Папа не смог приехать. Переодевайся. Здравствуйте. Здрасте. Дашунь, а что, папа не смог приехать? И няня как назло выходная. Сереж попросил забрать Дашунь. Странно. А что-то странного, Наталья Александровна?
Просто Сергей Сергеевич хотел сам заехать. А он, наверное, с вами хотел о Дашеньке поговорить. Но вы не сердитесь на него, что он не смог. У нас с рестораном столько дел. С трудом разрываемся между домом и ребенком. Давай. Спасибо за информацию. До свидания. До свидания, Наталья Александровна. Слышь, дикая авария. Кран в ванной сорвало. Вообще просто. Хорошо, Иван оказался рядом. Буквально спас меня. Здрасте. Пустяки, сейчас все починю. Слушай, у тебя не будет, это значит, чувак, какой-нибудь одежды от Миши ничего не осталось. А потом весь мокрый вообще. Пошли. Я не понимаю, как ты умудрилась кран сломать? Ну как? Молотком. Раз 10. Ой, ну ты дурная. А если бы ты соседей затопила? Ну, наверное, все предусмотрела. Ваня уже в подъезд сходил, когда я резьбу с крана сорвала. Зачем тебе это? Ой, зачем? Если бы ты видела, какой он мужчина, какой он в работе, ты бы такие вопросы не задавала. Знаешь, что, вот так вот рукава закатывает, у него мышцы играют. Вид деловой, сосредоточенный. Не хуже твоего Сергеича. Забудь ты про моего Сергеича. Ничего у нас с ним не получилось. Ты еще почему? Потому что я плюшка. А в его жизни плюшек и так достаточно. Перестань, плюшка. А он вообще крендель. Вам нужно поговорить. Обсудить сложившееся. А то ты уже напридумал себе в голову всякое вообще. Нет, Миша прав. Никому я не нужна. Перестань. Ты перестань. Ты мне нужна. Как минимум. Ну ладно, я пойду. Потому что мне Ване нужно феном сушить. Давай. И тебе, кстати, советую тоже голову твою провентилировать феном. А то мысли всякие дурные лезут. Да иди. Раз, два, три. Раз, два, три. Гран-плие. Следим за локтем. Раз, два, три. Ниже, ниже, ниже. Раз, два, три. Хорошо. Пор-де-бра. И раз. И раз, два, три. Хорошо. Так, теперь поклон. Раз, два, три. Спасибо, мои дорогие балерины. До завтра. Вперед. Наталья Александровна, а мне что отрабатывать, вы не сказали? Мне кажется, у меня пор-де-бра не очень. Нет, у тебя пор-де-бра хорошо. И вообще, я вижу прогресс. Ты дома занимаешься? Наталья Александровна, вы не обращайте внимания на эту мандру. А ты о ком, Даша? Да Ирина это вечно все напридумывает. Папе она совсем не нужна. Они просто работают вместе, коллеги, понимаете? Какая же ты смешная. Пойдем? А вот и папа пришел. Беги. Здрасте, Сергей Сергеевич. Иди переодевайся. До свидания, Наталья Александровна. Ну зачем так официально? Можно просто, Сергей, мы же с вами договорились, помните? Нет, не помню. Извините, я тороплюсь. Куда? По делам. Наташа, вы почему на звонки не отвечаете? Потому что я занята. Я понимаю, что вы на меня обижены.
Но дайте мне возможность объяснить. Тебе. Зачем пришел? Наташ, понял, был неправ. Я тебя люблю. Ты меня любишь? Да тебе плевать на меня с большой колокольни. Ты сейчас мне больно делаешь. Зачем так? Миш, ну как ты мог взять деньги, которые я копила на ЭКО? Какие деньги? А, это что, в которой в кубке лежали, это на ЭКО? Слушай, ну я ж не знал, что это на ЭКО. Ну, Наташ, ты тоже. Зачем ты в мой кубок положила эти деньги? И, по-моему, мы решили уже не делать никакого ЭКО. Это ты решил. Наташа, вот ты опять про ребенка. А ты можешь про меня подумать? Я ж тебя люблю. От двери отойди. Ты сейчас делаешь большую ошибку. Вот я возьму и уйду навсегда. Вот ты решай. Вот ты меня сейчас или пускаешь, или я ушел. Думай. Подумала. Смотри. Чего? До свидания. Наташ, ну подожди, Наташ. Ну мы с тобой это... Семья вроде как, Наташа, мы с тобой 10 лет вместе небо коптили. Наташ, давай сделаем это ЭКО-шмыко, родим детей. Наташ, ну дай мне последний шанс, Наташа.